Всем здорова, дорогие друзья, с вами я, Ким. И, знаете, тут произошла одна неприятность. Я записал все прохождение Nightmare House за один день. Но получилось так, что вот эта серия не записалась. На следующую записалась. Так что я перезаписываю. И на этот раз попробую записать ее в хорошем качестве. Посмотрим, как это все будет выглядеть. А тем временем, часть пятая, мертвый сигнал. Ну, мы остановились немного попозже в прошлый раз, ну ладно. Так. А, ну да, опять лаги с фонариком. Так, микрофончик сюда поближе. Всякие страшные звуки мы здесь слышим. Так, ладно. Коробочка. Так, настройки. Аудио. Прям писечку понятно. Так, берем файер и идем. Так, кидаем это туда, берем это. Так, что это у нас? Конвейер. Я сейчас надеюсь, какую-нибудь мясорубку не засунет. Было бы неприятно. Тут больно много здесь файеров. Ну ладно. Так, кнопка. Я что-то нажал. Еще нажал. Так, вот. Строитель! Острый, иди отсюда. Так, ладно, похоже, я просрал файер. Берем. Следующий, идем дальше. Ко-ко. Ку-ку, ребята. Лежи, не вставай, не утруждайся. Нифига себе, ты крепкий. Не зря вам говорят носить каски. Они вас спасают. Так. Патрончики. Для пистолета Макарова. И фонарь снова гаснет. Точнее, файер. Так что придется... меня хладить. Так. Вагинальный монстр, отстань. Иди к подзалупнику, он по твоей теме больше шарит. Освещение. Так, ясно, паркурить. О, все, сейф. Идем далее. Так, и куда это мы попали? Здрасте. Эй, дай пролезу. Ну, как обычно, ручек нету. Значит, нам сюда. Ну зашибись, и чё дальше? Так, сейчас опять где-нибудь эта баба вылезет, да? 10, 9, 8. Вы меня на луну отправляете? Не надо, у меня клаустрофобия. Я буду мыло бить. Все, ребята, мне хана. Благодарим за участие в учебной пожарной тревоге. Если бы это был настоящий пожар, вы бы уже умерли. Нифига себе ты тролль, похлеще Глэдос. Фу, уже умер бы я. Хер тебе, врыло. Фонарик еще ни хера не работает. Так, да тихо, тележечка, давай. О, моя сладенькая. Это давай туда, это оставим тут, это мы берем с собой. Это сюда входу патроны. Чего я с топором постоянно хожу? Так, что у нас, собственно, есть? Это куда давайте? Ломайся уже. Так. Трубочист, блин. Точнее, это как назвать? Вентиляция чист. В душе не пишу. А! Ты что такое? Умри. Пожалуйста. О, патроны. О, Ромеро. У меня было чувство, что я найду тебя где-то здесь. Ну, нашел ты меня, молодец. Добрые вести. Какие? О, чаек. В данный момент... Моча. О, я сейчас разбил, извините. Блокируется... А, да, что, передатчик, да? Я не могу подать им сигнал светом. Светом? Светом?
У них свет так, ты ведь прошел через хирургическое отделение, верно? Да. Тогда ты находишься недалеко от радиорубки. Доберись туда и отключи оборудование. Тогда я смогу с ними связаться, и мы свалим отсюда. Окей, выпускай меня. О, фонарик работает. Слава богам. Забирай, но оставь меня в покое. До свидания. Ненавижу манекены. Иди нахер. Тупое говно. Так, нафиг это... Нахер вошли. Идите в жопу. Хреновы шутники. Уйди отсюда. Вы что, серьезно? Что, стой, дрочи? Не понимаю, что там несешь. До свидания. Хватит меня преследовать! Да отстаньте! Я не буду манекеном! Вон, позовите Слендер, он больше подходит по типу. Если это баба там все шутит, я переломаю ей ноги, изнасилую. Чувак! Ребят, помогите! Стоп! Джонсон? Ты же вроде это, отклеился. Все. Ну, хорошо, что там такое? А, рубильник. Все, я иду, короче, к тебе. Так. Я явно что-то ни хера не понимаю. Твою мать. Хватит тут шуметь и разбрасываться вещами. Оу. О, Джонсон. Ты это... Помоги ему. Он вроде бы подавал признаки жизни. Ну, блин, извини, чувак. На, тут держи монитор. В КС сыграешь за контр-терроров. Ну, либо Дотан. Пойду-ка я отсюда. Все! Встала, алкашня! Свалили! О, патроны. О, вертушка. Леха, уйди! Леха, ты задолбал, нет у меня бутылки, выкинул я ее на входе. Да и вообще, я на тебя обиделся. Еще с того раза, когда ты не открыл мне дверь. Так, ты тоже водки не получишь. Леха, зачем весь двор собрал? Не дам, не будете вы пить. Алкашня подзаборная. Так, стойте, снова попробую позвонить. А, тут денег нет, ну ладно, хер с ним. Так, сейчас вот реально было страшно. Идите к подзолупнику. Вы по его части. Да, ну да, долбиться в дверь. Без ручек. Логично. Так, пора сваливать из этого кромешного ада. Я уже, если честно, немного затрахался. А, ну мне дальше, походу. О, выделяющаяся дверь. Здрасте. О, радиорубка. Ассасасасы? Ты, слушай, мы можем с тобой нормально говорить по-человечески. Есть человеческий язык. Ты просто мне по-человечески скажи, я тебя выслушаю. Я буду рад тебя послушать. Пульт заблокирован. Попробуй выключить ее по-другому. Как? Тут дверь закрыта. Так, что-то коротит. Можешь попробовать баллон взорвать? А, все, понял. Петарда готовь. Петарда готовь. Пли. Quick save. Ты сделал это. Я могу да. Послать сообщение через несколько минут. Ну, шли давай.
Тебе лучше. О, микрофон, как у меня. Такой же ржавый, такой же говно. А что, уходить? Все! Можете не повторять, валю нафиг. Уйди с дороги, пьянь. Уборщик вообще, уйди, убери. А, не поджимайте меня. Так, я не сотрудник, но моя жопа покидает опасную зону. Так, слушай, да, давай я тебя обойду. Вот так вот, стой, тихо. Пусть, тихо. Так, тихонечко, легонечко. Сюда вот, Мансим. Все, спаслись. Так, дамочка, хватит там шутить, я уже задолбался от ваших шуток. Ну, зашибись, меня ждет судьба еврея. О, привет, хочешь меня сжечь? О, ты помогла мне? Спасибо. Видишь, мы же с тобой можем нормально общаться. Это же все так просто. Ну что ты опять начинаешь? Ладно, я иду за тобой. Так, куда ты меня ведешь? Морг. Хочешь меня там похоронить, да? Тут закрыто. Пойду в обход. Рентген. В Дотан не поиграешь. Так. Вот не надо плеваться в меня трупом, пожалуйста. Так. А, ну ты легла? Ты типа ждешь меня? Ну давай. Без прилежный, без. Ясно, без. Так, вот сейчас было интересно. Ты, походу, баба того ученого. Медсестра. Здравствуйте. Не-не-не-не-не, я кровь сдавать не буду. Я с детства этой херни боюсь. Отстаньте. Что вы делаете? Слушай, скажи им, чтобы прекратили. Твою мать. Вы меня обголодали. Серьезно. Привет. Сэр, он очнулся. О, привет, подзалупник. Мы были уверены, что ты мертв. А я где? Прямо здесь. Не представляю, как ты добрался сюда раньше нас, но ты чертовски быстр. Как бы то ни было, нам лучше продолжать двигаться. О. Ну, может хотя бы на это могут поспать, чуть на полу-то, тут холодно. Вот так вот хотя бы улегся вот тут. У нас один убит, один гражданский. Прекращаем миссию, запрашиваем эвакуацию. О, вы мои вещички подобрали, спасибо. О, как ты вальяжник, кстати, жесть, твой тут стоит тоже вальяжник. Ладно, дамочки, мы прекращаем миссию. Убираемся отсюда. Так-то лучше. Веди. Давай. Уходи. Пойдемте, ребят. Тебе ведь по пути не попадался Джонсон? Джон... Так, шестая часть эвакуация. Джонсон, ну... Он мне... Это их убьет. Попадался, но он, конечно, не в очень хорошем состоянии был. Но, возможно, у него был секс. Хотя, не знаю, что добавить от него хотел. А, кстати, какая ваша цель? Это типа та баба? Так, не надо, она... Я ее защищаю. Возможно, она мне даст. Блин. Боже мой, я не крафил. Тихо, я тут договорюсь, чтобы тебя не убивали. Ты что-то сказал? Говорю, не подходи ты ко мне так близко. О. Ворота подгрузки. Приклеился. Открывается. Пожалуйста, отклейся. Подождите. О, кому... Ребят, сувенир нужен? Подзалупник. Тебе же он нужен. Так, ты не подставишься. Это у нас тут. Я мигалку просрал. Нет, не просрал. Пошлите, ребят. Ну и темень. Ни черта не разглядеть. Все нормально. Я это, статуя свободы. Нет, идите нафиг. Я не буду статуей свободы. Че, ребят, нравится атмосфера? Кто-нибудь уже наложил в штаны? Сукин сын, кажется, я наложил в штаны. Ну, а теперь-то еще и обосранок. Обосранный подзалупник. Круто, тебе подходит. Ребята, наша непосредственная работа. Нифига себе. Как ты без головы существуешь? Дома, блин, забыл. Лёха, отстань, у них тоже вот нет.
Иди на смену. Боже, я ненавижу этих ребят. Я тоже. Так, куда это мы приперлись, собственно? Дохлые зомби. Дохлые зомби. Давайте будем называть их, как они вообще выглядят. Вагинальные монстры. Подолжник, а не по твоей части. А, ну понял, все-таки? Ладно, идиотские шутки. Сектор чист. Сектор клир на барабане. Крутите барабан. До свидания. Ладно, я шучу. Заходите. Че, обиделись? Ладно. Я не со зла. Сейчас смотрите, паркур, ребят. Оп. Блин. Ударился ногой. Давайте, спрыгивайте. Вот, подзалупник молодец. Кэп тоже молодец. Ну, а ты слоупок. Так, дверка. Еще одна закрытая дверь. Замечательно. Эй, заберись вентиляцию вон там. Посмотри, можно ли открыть дверь с другой стороны. Мы подождем тебя здесь. Ребят, ну вы же спецназ, вы там типа умеете дверь выламывать. Да и вообще, вы солдаты. Почему какой-то необученный психопат должен лезть куда-то туда? Ты смотришь на меня. Иди туда, быстро. Это вообще там все нормально устроилось, ну зашибись, ребят. Я не удивлюсь, если я приду и вас всех здесь сожрут. Козлы. Если вот из той вентиляции посыпятся мои органы, виноваты будете вы. Особенно ты, подзалупник. Сейчас кому-нибудь приду и плюну. Ребят, я что-то пропустил. Но почему вы сдохли? Круто. Зашибись, походу я остался один. Так, привет, милая. Как провела день? Я вот сейчас пойду облутаю трупы. Рад видеть тебя снова. Оу. Мы уже начали тебя терять. Все. Я схожу с ума. Окончательно. Еще одна закрытая дверь. Так, я никуда больше лезть не буду. Всегда хотел это сделать. Так что ж ты там раньше это не сделал? После вас. О, ну спасибо. Ловить числом, так это я. Проектировал это место. Он что-то имеет против света? Свет убил его семью или как? Отличные шутки, Петросян. Что за черт? Че за хрень? О, все, музон пошел, экшон. Твою мать, они вокруг нас! Всем держаться рядом! Черт возьми! Убираемся отсюда! Да пока никого не видел. Не видел, не видел. Быстрее, я светилку просрал! О! Наконец-то хоть какой-то противник. Противник сразу же отъезжает. О, привет! Ты куда-то туда побежал? Подзалопник, это к тебе. Тебя там любят. Я читаю все, с кем-то хераешься, я спокойно иду. Пошли! Я вас подожду, ребят. О, зелененький, молодец. Помогаю. О, и остальные пришли. Ладно, давайте я пойду дверь открою. Ну ладно, и на этой позитивной ноте, я думаю, закончим. С вами был я, Ким. Удачи. Играйте в хорошие игры.